30 мая пройдет 36-я сессия Народного собрания. Дату определили на президиуме парламента. Здесь же рассмотрели вопросы повестки дня. Открыл и вел заседание Хизри Шихсаидов. В начале работы депутаты рассмотрят вопрос о публичном отчете главы республики. На сессии депутатам также предстоит рассмотреть кандидатуры и дать согласие на назначение мировых судей. Кроме того, к первому чтению будут представлены 10 законопроектов.